Финансовые потери, изъятие машины и даже заведение уголовного дела – все это может грозить автовладельцам, приобретавших автотранспорт на иностранном учете. Чтобы обезопасить себя от серьезных проблем, необходимо еще до сделки купли-продажи знать историю автомашины, убедиться в подлинности документов на нее. В целях предупреждения возможных рисков административные полицейские Северо-Казахстанской области активизировали разъяснительную работу. Сотрудники процессингового центра областного департамента полиции проводят рейды, в ходе которых разъясняют автовладельцам возможные последствия эксплуатации автотранспорта, не имеющего казахстанской регистрации. Полицейские раздают памятки с алгоритмами и буклеты, в которых указаны контактные телефоны специального колл-центра. Управление административной полиции департамента Северо-Казахстанской области проводит информационно-агитационную работу с автовладельцами транспортных средств, именно зарегистрированных в иностранном государстве. То есть на сегодняшний день имеют факты, также имеют место транспортные средства, которые были незаконно зарегистрированы, также находились в розыске. Владельцам транспортных средств, во избежать таких рисков, рекомендуем законно зарегистрировать транспортные средства, прежде чем покупать, проверять все документы на законность. В целом за 9 месяцев этого года процессинговым центром полиции было оказано около 60 тысяч госуслуг. С начала года в нашем регионе зарегистрировано 21 193 транспортных средства. Снято с учета более 19 тысяч. Выдано около 16 тысяч комплектов государственных регистрационных номерных знаков. Хотелось бы сказать большое спасибо нашим сотрудникам за то, что все-таки о нас беспокоятся, проводят какую-то разъяснительную работу среди граждан, потому что многие граждане, они просто не знают об опасности, что очень рискуют, когда приобретают автомобиль в другом государстве, который оформлен неизвестно на кого, неизвестно как, неизвестно почему. Вопросы регистрации и перерегистрации транспорта, прием экзамена, выдача водительских удостоверений, свидетельства о регистрации, а также государственных регистрационных знаков – все это входит в работу сотрудников центра. При этом одним из основных направлений работы являются мероприятия по регистрации автомобилей, везенных в Республику Казахстан из-за рубежа. Полицейские напоминают, по вопросам регистрации, снятия, приобретения транспортных средств, в рабочее время по будням можно обратиться на телефон горячей линии процессингового центра по номерам 320019. 320022. Анастасия Дроняк при содействии областного департамента полиции.